Добрый день всем, и сегодня я сделаю обзор игры «Шахматы» от разработчика Chess and Checkers Games. Итак, начнем. Вот такая заставочка у них. И вот, здесь можно играть с компьютером. Есть 10 уровней. Играть можно белыми и черными на свой выбор. И есть 3 разных оформления доски и фигур. Также здесь есть, добавили недавно онлайн-игру. Можно посмотреть, можно пригласить друга. И не так давно здесь добавили еще задачи. Их, правда, здесь еще совсем мало, всего 7. Но я думаю, они добавят их. В настройках здесь мало чего есть. Ну и, конечно же, здесь есть магазин. Можно купить неограниченные там подсказки, отмены, рекламу удалить. И купить подсказки и отмены по 15. Я не знаю, зачем в шахматах это нужно делать. Превращается не шахматы, а в какую-то вымогательную станцию денег. Ну, ладно. На сегодня все. Это игра «Шахматы». Очень интересная. Но с маркетом, где можно отключить их рекламу, к сожалению. Спасибо за внимание, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.